Согласно данным статистики, около 86% всех смертей в Беларуси, что, впрочем, характерно и для других европейских стран, приходится на долю неинфекционных заболеваний. Из них 63% – это болезни системы кровообращения и 14% – онкологические патологии. Факторов, которые приводят к печальным последствиям, немало. Досконально их изучить с привязкой к определенной местности и призван стартовавший проект, финансируемый Евросоюзом и проводимый под эгидой ООН. В мире он функционирует с 2013 года и уже доказал свою эффективность. В связи с хорошими достижениями и результатами белорусского здравоохранения, такой проект Всемирной организации здравоохранения принято решение внедрить в Беларуси. Проект направлен на то, чтобы изучить развитие факторов риска неинфекционных заболеваний, а мы знаем, что это самый большой процент смертности, инвалидности населения по этому разделу, изучить факторы риска развития, повлиять на них и, может быть, внедрить Беларусь в какие-то мировые, европейские проекты, дать какие-то рекомендации и повлиять на ситуацию. Исследование состоит из трех шагов. Первый – опрос, второй – физические измерения, третий – анализ крови и мочи. Данные, соблюдая принцип конфиденциальности, заносятся в программу и передаются для обработки. Людей, которые подходят для работы, также определяет компьютер в случайном порядке. В целом проект по республике распространен на все области. Кардиодиспансер и, в частности, мы являемся координаторами по Брестской области. В целом по стране планируется опросить и исследовать 5600 человек. На Брестскую область приходится наибольшая доля, порядка 960 человек мы должны опросить. Исследование масштабно, но это часть еще большей работы по сохранению здоровья населения. А потому, если вы оказались в списке и специалисты звонят с просьбой пройти процедуру, пугаться и отказываться не стоит. Проявить бдительность можно, но у людей, которые работают в рамках программы STEPS, при себе будут все необходимые документы для подтверждения личности и правомерности действий. Наши специалисты будут сопровождаться участковыми сестрами, работниками здравоохранения, да, тех территориальных поликлиник, кого люди знают, доверяют, либо по предварительному звонку, когда уже компьютер покажет нам конкретно, в какую семью нужно будет идти. Конечно, эти люди будут предупреждены. Во-вторых, у нас наших специалистов будет специальный бейдж с маркировкой определенной, полностью промаркированы все атрибуты, которые необходимы. Ну и, конечно, в ходе разговора, в ходе беседы, анкетирования люди поймут, что это действительно специалисты, которые заинтересованы в определенной, имеют определенную цель, абсолютно благую цель. В Беларуси неинфекционные заболевания являются причиной почти третьей части так называемых преждевременных смертей. Обеспокоенность вызывает уровень смертности среди мужчин трудоспособного возраста. Сегодня, благодаря проекту, есть шанс получить максимум информации о том, почему ситуация складывается подобным образом, и использовать данные в работе. Такую возможность нельзя упустить. Это наше здоровье.